Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В эфире новости в студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Самые активно голосующие за ремонт дорог жители получат дополнительные деньги. Об этом сообщили в областном министерстве транспорта. Сейчас в муниципалитетах на сайте госуслуг организовано голосование за дороги, которые отремонтируют в следующем году в рамках дорожного миллиарда. Закончится во всех районах оно должно до 1 августа. Но везде свои сроки. Подобное голосование проводилось в прошлом году. В этом, отметили в министерстве, в распределении денег вносят коррективы. Три муниципальных образования, жители которых проявят максимальную активность, будут поощряться. Им на ремонт дорог выделят дополнительные средства. Пассажиропоток Победилова вырос благодаря дополнительным рейсам. За 5 месяцев этого года пассажиропоток Кировского аэропорта составил почти 146 тысяч человек. Это на 13,5% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период. Рост пассажиропотока связан с увеличением количества рейсов, выполняемых авиакомпанией «Победа» в Москву и Сочи. За 5 месяцев прошлого года по этим направлениям было совершено 353 рейса, а в этом 433, пояснили в областном правительстве. Напомню, перелеты в Сочи из Кирова сейчас осуществляются ежедневно. В эфире «Экономика». А сейчас информация от наших партнеров. Самозанятость – это возможность попробовать себя в бизнесе или легализовать доходы от небольшого собственного дела. Работа без помощников и годовой доход до 2 400 000 рублей позволяют пользоваться низкими налоговыми ставками. Но есть ряд ограничений по видам деятельности, предупреждает руководитель компании «Бухгалтер Я» Татьяна Максимчук. Полностью запрещена перепродажа любых товаров, кроме товаров собственного производства. Добыча и реализация полезных ископаемых. Сдача в аренду коммерческой недвижимости не может быть в статусе самозанятости. Реализация подакцизных товаров, товаров, подлежащих обязательной маркировке. Государственная или муниципальная служба, то есть достаточно много условий, когда статус самозанятости не приобретается. Зато он подойдет фрилансеру, психологу, работающему на дому, кондитеру и многим другим, кто сам производит продукт или оказывает услуги. Если вам нужен эксперт, чтобы снять вопросы с налогами, взвесить варианты решений по развитию или навести порядок в бухгалтерии, звоните 213-112. Бухгалтер Я, 14 лет, с кировским бизнесом в любых ситуациях. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».